Одну минутку. Мистер Николс. Это здесь. Что вообще происходит? Мы поможем с переездом. Мебель забираете? Нет, только коробки. Стоп, я же никого не нанимал. Мы узнали об этом из Твиттера. Но я не Твиттер. Ага. Осторожней с этим. Эти вещи тоже ваши? Они были моей жены. Ой, простите. Положи назад. А с разгрузкой помощь не нужна? Сам справлюсь. Бог любит вас. Сад исцеления. Иисус, твоя надежда.
Библия. Господи, мне нужно чудо. Держите коней. Здоров, бро. Эй, зовите меня, сэр. Ладно, сэр. Я забыл коробку в доме. В моем доме? Это дом моей бабушки. Я жил тут, пока его не сдали. Это тоже заберите. Можете оставить себе. Мне это не надо. В мою тачку не поместится. Потому что она детская. О, привет, солдатик. Я надеялся, что больше не увижу тебя. Взаимно. Это вам понадобится. Бабушка Роуз звала ее палкой благословения. Благословение? Да. Она благословляла ею тех, кто лез к ней в дом. Эй, коробку заберите. С Рождеством, бро. Какое Рождество? Иисус, я готов. Эй, тут ваш грузовик угоняют. Что? Что за дела? Эдди Николс? Вон из моей машины. Это уже не ваша машина. Как медицинские счета связаны с машиной? Может... Эй, поговорите с банком, ладно?
той. В моем доме, юная леди, это слово ругательное. Вас тоже с Рождеством, Скрудж? Сейчас не Рождество. Пригнись! Все в укрытие! Даже посуду помыть не можешь. Опять я во всем виноват? Я отрабатываю две смены. Да, конечно. Бездельник, ты только и делаешь, что сидишь. А я типа ничего не делаю. Ну да, да, конечно. Ты просто сидишь и даже посуду не вымоешь. А что, тут камеры стоят, что ли? Просто вымой посуду. Да ты задолбала. Просто решил узнать, все ли хорошо. Он не хочет мыть посуду. Посудой все не ограничивается. Отойди от двери. Что ты уставился? Не хватает Иисуса. Простите? У вас Иисус пропал. Может, еще раз повторите? Ваш Иисус пропал. Хотел узнать, нельзя ли... Нет. Вы не знаете, что я хотел спросить? Нет. Это окончательный ответ? Нет. Кто здесь главный? Его имя я вижу, а вас как зовут? Меня зовут... Нет. Черт его знает, чем ты тут занимаешься. Ты тоже не идеально. Не все на тебе висит. Ты просто бездельник. Прихожу домой, а тут полный свинарник. Каждый день. Нет, это в первый раз. А как насчет прошлой недели? Я же сам все прибрал, не так ли? Ты врешь. Не перебивай меня, дай мне закончить. Ну скажи, что ты сделал на той неделе? Я убрался, помыл посуду и хотел сделать сюрприз. Что-то я не заметила. Надо было глаза раскрыть, а не наезжать, как стервы. Это я-то стерва? Да пошел ты!
родители знают, где ты? Рамос не мой папа. Он тебя бьет? Нет. Для него я призрак. Ты не призрак. Когда тебя не видят, ты призрак. Я тебя вижу. Я посвящаю тебя в настоящие девочки. Это еще что? Алка благословения. Я собирался благословить Рамоса. Он не заслуживает благословения. Иногда те, кому больно, делают больно. Кто это сказал? На наклейке бампера прочитал. Роуз обычно включала их. Они уже не работают, да? Вот бы Рождество было каждый день. Зачем? На Рождество все получают подарки. И люди бывают добрее. Хоуп, а ну иди сюда. Можно сказать одну вещь? Давай. Эта штука на вас сильно воняет. Нет. Да небольшой клочок для огорода. Нет. Устраивай огород в поле на заднем дворе. Земля там токсична. На ней ничего не прорастет. Я приму этот ответ, когда...
это. Можешь придержать коней? Твоя мать знает, где ты? Да, она олдскульная. Просто говорит, иди поиграй. Вот что вы делаете? Хочу разбить сад. Зачем? Чтобы чем-то заняться. Это похоже на работу. Люди, что не хотят работать, не должны есть. Кто это сказал? В Библии так сказано. Показать кое-что странное? Конечно. Из всех частей этого поля лучшая земля под этим мертвым деревом. Но ведь мертвые вещи не возвращаются к жизни. Это неправда. Мой папа мертв и уже не вернется. Мне очень жаль. Мама говорит, что про смерть людей не надо говорить, мне жаль. Надо спрашивать, каким он был. Хорошо. Каким он был, твой отец? Он был очень хорошим. Иногда дурачливым. А какой была ваша жена? Как ты узнала, что я потерял жену? Сюда не переезжают просто так. Тут у всех своя трагедия. Тоже была дурачливой. Наверное, как твой папа. Она любила рок-н-ролл и суши. Отвратительно. Пошли, девочка. Поможешь мне. А как звали вашу жену? Оливия. И она обожала работать. Наверное, пончики продавала. Она была плодоовощеводом. Плодоовощи кто? Специалистом по растениям. Научила меня всему, что я знаю про них. А вы ее чему научили? Тому, что считал истинной верой. Но вы священник? Нет. Просто парень, который начитался Библии. У моей мамы есть Библия, но после смерти папы она перестала читать ее. В Библии есть классные истории. Нет, в комиксах. Вот где отличные истории. Да, но они выдуманные. Я рассказывал ей истории из Библии, работая в огороде. Кстати, как тебя зовут? Хоуп. А вас как? Когда я преподавал в школе, меня называли мистер Николс. А вы в этом огороде будете истории рассказывать? Нет. Мне больше некому их рассказывать. Старик, он играл. На гитаре он бренчал. Ник-нак, дядя Джек песенку играл. На гитаре он бренчал.
Это были самые тяжелые 20 метров в моей жизни. Моя спина сейчас сломается. Я даже не помню, как я оказался тут. Что ты нашла? Похоже на кнопку. Это росток дерева. Часть дерева хочет прорасти изнутри. Деревья – это первое, что Бог посадил в садах Эдема. Эдем? Это первая история из Библии. Вначале не было ничего. Ничего? Ничего. Ни земли, ни неба. Ни моря, ни растений. Ни животных, ни людей. А я этого не знала. И сказал Бог во тьме: да будет свет. И вот так появился свет. Как включатель. Как включатель. И увидел Бог, что свет хорош. И отделил свет от тьмы и назвал свет днем. Следующим утром Бог огляделся и подумал: землю надо лучше организовать. Тогда он переместил всю воду в одну сторону, а всю сушу в другую сторону. После этого он создал растения и деревья. Как те, что покрывают скалистые горы. Идем. И тогда на земле начали расти травы и растения. Затем Бог создал солнце, чтобы оно светило людям днем. Подвесил луну и звезды, чтобы они сверкали в ночи. А потом отошел, чтобы осмотреть свою работу. И сказал: неплохо. Неплохо. На следующий день Бог наполнил воду жизнью. Создал миллионы рыб, плавающих в океанах. Создал птиц и запустил их витать в воздухе. Отлично, это очень хорошо, сказал он потом. Пошли. Затем Бог велел земле произвести живых созданий. Разных ползучих тварей и прочих тварей земных. И динозавров? Все. От муравьев до зебр. Львов и тигров и медведей. Надо же! Но Бог понял, что чего-то не хватает. Чего не хватает? Человека. А зачем он нужен? И Бог заговорил снова: сотворим человека по образу нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над тварями земными. И было так. Просто как по щелчку. Он сотворил первого человека. Из чего? Жизнь вырастает из земной глины, если ее любить. Человека Бог тоже создал из глины. А детей он из чего сделал? Из конфет, конечно же. А у вас есть дети? У меня есть дочь, она уже взрослая и замужем. Она злится на меня. Почему?
Ей не по душе выбор, который я принял в конце за ее мать. Ну, тогда просто извинитесь перед ней. Это не так просто. Когда я что-то натворю, мама посылает меня в мою комнату. Но если я извинюсь перед ней, она меня выпускает. Погодите. Наверняка она меня ищет прямо сейчас. А женщина откуда? Завтра. Хоуп! Хоуп, ты где? Извините, вы не видели мою дочь? Будем считать, что ответ нет. Осторожней, паука мне надорвите. Эй, может, познакомимся заново? Это что, какая-то тупая шутка, что ли? Нет, вовсе нет. СВУ? Если верить властям, я сам виноват. Понятно. Уа! Морпех? Вьетнам 68-71. Пехота? Капеллан. Вы ведь не какой-то чудик, правда? Я учитель старших классов на пенсии. А что это за сад? Это сад исцеления. Моя жена завела такое же, когда болела. Не помогло. Мне очень жаль. Моей дочери не нужны истории про то, как мужчину создали из грязи. Хотя в этом я с Библией согласна. Война – это грязная вещь. Мужчина не может смыть ее в одиночку. Ну, Джим, ты знаешь, что говорят у нас в Колорадо. Если погода не по душе, подожди 10 минут. Но в этот раз, похоже, поговорка не работает, потому что жара под Денвером никак не спадает. Кстати, в городе Колмер установлен температурный рекорд 32 градуса. Такого не было с 90-го года. Сегодня Бог сотворит девочек.
Он сотворил женщину для одинокого мужчины. Печенье на завтрак? В такую погоду, почему нет? Разве уже не вырвали их? Я сама. Бог поместил созданного им мужчину в идеальный сад и велел ему заботиться о нем. Но об этом дереве не позаботились. Только Дух Божий может вернуть это дерево к жизни. Мне кажется, я оставил свой дух дома. Норм, да ты свое тело еле притащил. И в самом центре сада Бог посадил два особенных дерева. Одно называлось дерево жизни, а второе называлось дерево познания добра и зла. Звучит как фильм ужасов. Злой бывает как фильм ужасов. И сказал Бог Адаму, так звали того мужчину, что он может есть плоды любого дерева в этом саду, кроме плодов дерева познания добра и зла. Бог сказал, если ты съешь плоды его, то ты погибнешь. Зачем выращивать дерево, если оно запретно? Он хотел подарить людям выбор. Без свободы воли мы были бы под его прямым управлением. Как роботы? Да, как роботы. Что этот дурак делает теперь? Ну что, готова услышать про женщину? Я очень этого ждала. Адаму было одиноко, ему нужна была женщина. Тогда Бог отправил Адама в глубочайший сон. Забрал у него ребро и создал из этого ребра первую женщину. Моя мама сделана не только из ребра. Женщины были созданы как источник силы и вдохновения. Они все больше, чем ребро. И мужчина Адам назвал свою жену Евой, потому что ей было суждено стать матерью всего живого. Но однажды Ева прогуливалась по саду, как вдруг с ней заговорила змея. Говорящая змея? Это же очень странно. Если что-то странно, и это в Библии, то, скорее всего, это важно. И змей спросил: правда ли Бог запретил вам есть этот плод? Плод дерева познания добра и зла. Что она ответила? Она сказала: мы можем есть плоды любых деревьев в саду, кроме этого. Бог сказал, что иначе мы погибнем. Уйди прочь, плохой змей! Но тут змей сказал: вы не погибнете. Просто Бог знает, что если вы съедите плод этого дерева, то станете такими же мудрыми, как Бог. И познаете, что есть добро, а что зло. Как думаешь, что сделала Ева? Она съела плод дерева. А почему ты так думаешь? Ну а как тут удержаться? Именно. Она съела плод и угостила им своего мужа Адама. Он был там? Он стоял рядом с ней и ничего не сделал. Он тоже отведал плод. И тут они оба впервые увидели, что на них нет одежды. Они, наверное, испугались. Почувствовали стыд. Они побежали и сорвали листья фигового дерева, чтобы прикрыться. И это был первородный грех. И с тех пор жизнь стала очень тяжелой. Ева все запорола. Нет. Они оба запороли. Они должны были заботиться друг о друге. Сиди здесь. Что вы делаете?
Сами как думаете, Капи? Зовите меня, сэр. Ладно, отнесу туда, в угол. Нет, мы хотим разбить тут сад. Какой сад вы собираетесь вырастить в этой дыре? Такой же, как вырастил во Вьетнаме. Короче, как хотите. Там был цветочный сад. Я не люблю цветы. Заберите свой мусор с этого поля. Ты что, спятил, старик? Верни мою ногу. Это круче, чем лживые новости по телеку. А, мне только вчера ставили внутривенку. Вы не знаете, через что я прошел. Я точно знаю, через что ты прошел. И эти цветы нужны были, чтобы положить на мешки с трупами ребят. Мертвых морпехов. Хорошего дня, морпех. Это было круто. Да, но он сам напросился. Какая следующая история? Завтра я расскажу тебе, как Господь убил человечество с помощью воды. Разреши спросить кое-что. Нет. Да ладно тебе. Каждый, у кого что-то болит или есть проблемы, обращается с ними ко мне. Я слышал, что ты капеллан. Был. Я не становлюсь моложе. Я хочу знать, что поступаю правильно. Перед боссом. Сам. Боссом? Ну, ты в курсе, Богом, Иисусом и Духом Святым. Думаешь, Бог отправил единственного сына на землю расплатиться за твои грехи? А он умер на кресте и воскрес из мертвых? Да, конечно. Ясно, понятно. Прощен. Нет, ты серьезно? Слушай. Карл. Слушай, Карл. Только ты и Христос в курсе, что у тебя в сердце. И если в твоем сердце лишь одно «нет», найди в нем «да», пока не поздно.
Почему Бог уничтожил людей? Потому что они забыли о нем. И как он их любил. За исключением одного человека, имя которого Ной. Я знаю эту историю. Правда? Как-то мне подарили игрушку ковчег на Рождество. Поэтому я обожаю этот праздник. Из-за подарков. Суть Рождества заключается не в этом. Еще как в этом. Нет. Потом перейдем к истории о Рождестве, чтобы ты знала правду. Ты будешь рассказывать? Бог очень огорчился, что люди перестали любить его. И что они были жестоки друг к другу. Пойдем, дитя, слишком жарит. Большое спасибо. Пожалуйста. Присаживайся. И Бог сказал Ною: «Я вызову дождь, чтобы затопить землю. Сооруди огромный корабль, ковчег». Никто не слушался Господа. Ной ступил на ковчег со своей женой, сыновьями и их женами. А затем пришли все животные. Кроме единорогов. Единорогов не существует. Потому что они не пришли на ковчег. Шучу. Единорогов не существует. И изливался дождь на землю 40 дней и 40 ночей. И исчезло все существующее. Спустя долгое время ковчег наконец-то остановился на склоне горы. Семья Ноя и все животные вышли из корабля и разошлись по всему миру. Надеюсь, больше такое никогда не случится. Не бойся. Откуда ты знаешь? Радуга в небе. Обещание Господа, что такое никогда не повторится. Да. Отличная история. Еще бы. Но Рождество – величайшая история, которую я когда-либо рассказывал. Я готова. Завтра. Пока мы будем сажать растения, я расскажу тебе историю о чуде. Но сперва у меня для тебя есть задание. Нет. Эдик говорил, что ты так ответишь. Эдди послал тебя. Ага. Ладно, малышка. Что тебе нужно? Сейчас же не Рождество. Оно должно быть каждый день. Тогда люди были бы добрее друг другу. Я могу задать вопрос? Вот на днях. Что ты имел в виду, сказав, дело не в посуде? Женщина грубо выразилась. Ее ребенку нужен отец. Если хочешь, чтобы дома царил мир, ты должен быть духовным воином. Когда я был там, то много думал о Боге. Тогда он казался более реальным. Некоторых смерть заставляет поверить. Остальных усомниться в своей вере. Какой была твоя жена?
Она была классной. Хорошего дня. Кстати, в детстве меня крестили. Этого достаточно или нужно еще раз сделать? Просто помой посуду. Сэр, что вас тревожит? Выкладывай. У меня спина болит. Я хожу в уборную. Часто. А еще волосы в носу растут. И Голливуд отменил единственное мое любимое телевизионное комедийное шоу. Правда, я могу жить со всем этим. Но моя душа, она просто чувствует. Да, спасибо. И тебе спасибо. Я оживила мой день. И, пожалуйста. Что вас тревожит? Мы попробуем это исправить. Что вас тревожит? Давление плохое. Она хочет знать, в чем проблема. Я старый. Метеоризм. Что вы делаете? Зачем ты водишь моего ребенка по соседям и спрашиваешь, что у них болит? Люди не хотят разговаривать о своей боли. Я все знаю, я вижу это каждый день. Прекращай рассказывать ребенку дурацкие истории о воскрешении из мертвых. И куда это ты собрался? За мылом. Займись своей семьей. Кэти и Кота не прекращается с 84 года. Не уверен, что верю в это. Ворчун вернулся? Бесячие волосы в носу. И Голливуд, который отменил его любимое шоу. Да. А Стэнли плохо слышит. Может, расскажешь, зачем все это? Я посажу зернышко в саду за каждого и буду молиться за них. Я тоже хочу быть в списке. Колено болит. Хорошо, записывай. Куда он собрался? Господи, благослови эту землю и это зерно. Я прошу тебя за свою дочь Джинни. Исцели ее боль.
Она мой самый любимый человечек в мире. Во имя Христа. Аминь. Шлем. Говоришь, как мама. Как у тебя дела? В порядке, вроде как. Занята, обучаю детей. Но ты в курсе. С детьми забываешь о всем плохом. Почему на велосипеде? Банк отобрал машину. Не отобрал бы, если бы ты позволил маме задержаться в больнице. Она этого не хотела. Она была больна, папа. Не могла здраво мыслить. У нее был рак, Джинни, а не деменция. Она не хотела умереть в больнице. Отошла так, как хотела. Сидя в своем старом кресле, смотря на сад. Она могла прожить подольше. Подольше? Для кого? Для нас? Мы обязаны позволить им отойти так, как они того хотят. Вот как это называется. Или тебе до сих пор плевать на нее? Я не сижу, сложа руки. Извини, пап, я просто... Нет. Это ты извини. Я никудышный отец. Ты хороший отец. Просто мне очень больно. Ты должен понимать, что мама сейчас рядом с Иисусом. Но я не вижу, чтобы Господь помогал мне по жизни. Пора отпустить ее. Вдруг случится чудо. А что, если оно случится после этого? Ты не поедешь домой без шлема. Так это твой сад, да? Пока здесь только земля. Как там Алан? Хорошо. Работает. Ты ему нравишься. Это только начало. Ты мне нравишься. Большую часть времени. Я выложу картинку твоего сада в интернет. Интернет — это творение беса. Интернет может быть разным, дело в глазах смотрящего. Я всегда смотрю только хорошее. Например, как молодые христиане помогают старикам. Еще увидим, пап.
Санте. Вопрос. Давай. Да, можно устроить. Спасибо, капеллан. Только посмотри. А ты? Теперь да. Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Похоронен в подобии Его смерти, воскрес в подобии Его воскресения, чтобы стать новым человеком. Привела людей послушать историю о Рождестве. А список у тебя? У Стэнли проблемы со слухом.
Дакота. Ух ты, с 84-го года. Зачем мы это делаем? И как это связано с рождественской историей? Мы это делаем, чтобы посадить Слово Божье за нуждающихся. Слово? И Слово было у Бога, и Слово был Бог. Я не понимаю. Просто слушай. Давным-давно Господь благословил молодую девушку по имени Мария. Она была замужем за мужчиной по имени Иосиф. Она рассказала ему, что к ней приходил ангел, который поведал ей, что она родит Сына Божьего. Сперва Иосиф очень смутился. Он хотел, чтобы сам ангел пришел и сказал ему. Иосиф не желал Марии зла, отнесся к ней как к своей жене. А дух ничего не напутал? Не должен был. Так вот, когда пришло время Марии рожать, в то время правительство потребовало пересчитать всех людей, где они живут. Марии и Иосифу пришлось отправиться в Вифлеем. Долгий и тяжелый был путь. И когда они пришли в город, все было занято. Им негде было переночевать. Почему им никто не помог? Все-таки помогли. Какие-то люди пожалели их и предложили им остаться в хлеву. Сын Божий родился в хлеву? Да. Но Мария и Иосиф были очень благодарны, что для них нашлось место. Это за мою маму. Ты хороший человек. В ту ночь к ребенку пришел пастырь. И позже трем мудрецам с востока звезда показала путь к младенцу Иисусу, царю царей, к тому, который спасет мир. А зачем было спасать мир? Из-за первого греха, плода, который попробовали Ева с Адамом на том же месте. Ку-ку! Именно. Этот ребенок, Иисус Христос, величайший учитель любви и спаситель заблудших и угнетенных. Это за Карла. У него колено болит. Дорогой Господь, излечи колено Карла. Некоторые люди отреклись от Иисуса. Повесили его на деревянном кресте, пока он не умер. Однако перед тем, как умереть, он сказал своим последователям, что воскреснет спустя 3 дня. И воскрес. Единственный из всех умерших. Именно. Потому что он может направлять тебя по жизни. Может, расскажешь, почему суть Рождества не в подарках? Причина, по которой мы дарим подарки на Рождество, кроется в истории мудрецов. Хорошо, следующая история. Которые проделали долгий и тяжкий путь, чтобы преподнести Иисусу дары и почтить Его. Подарки – это символ любви. Рождество – это напоминание нам о даре Христа, любви, которую нужно дарить остальным. Рождество должно быть каждый день. Да. Люди должны вести себя так, словно каждый день – Рождество, включая меня. Младенца Иисуса не хватает. Ну, сейчас. С Рождеством. И тебя с Рождеством. Жаль, мы не можем разжечь его. Что сейчас? Помолимся за сад исцеления. Держи.
молишься? Иисус сказал, как надо молиться. Открой на красной закладке. Прочитай, что подчеркнуто красным. Отче наш, сущий на небесах. Да, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Что это значит? Это значит, покажи мне, Господи, как и что ты хочешь. Что эти двое там делают? Дорогая, ужин готов. Привет, Эдди. О-хо-хо. Очень смешно. Душу моей любимой.
Доброе утро, Энди. Доброе утро. Да. Чудо. А ведь сейчас даже не Рождество. Оно самое. Хорошие новости. Люди из интернета хотят вернуть мое шоу. И кажется, волосы у меня в носу перестали расти. Отлично. Рад за тебя. А у меня ничего. Они настоящие. Как ты это сделал? На все волю Божью. Он не позабыл. Но ты это знаешь. Хочу извиниться. За что? Я никогда не спрашивала, какой была твоя жена. Ты сейчас смотришь на нее. Пехотинцы нарадоваться не могут. Больно. Ты сказал ему. Что именно? Я потом куплю настоящее кольцо. Горжусь. Да, иначе не катит. Ладно, хорошо. Хорошо. Да, да, ура! Устроим рождественский ужин. Должно быть, весь штат Колорадо оббежала с криками о Рождестве, чтобы столько людей собрать. В интернет выставили. Что ты там забыла? Не я. А она.
Ты сделал великое дело для этих людей, пап. Я хотел отпустить маму. Айда кушать. Сперва помолиться. Будь честна и говори от сердца. Спасибо, что превратил семена в цветы, чтобы сегодняшний день стал особенным. Спасибо за младенца Иисуса. Я знаю, что суть Рождества не в том, чтобы получать подарки, но я вижу, что кто-то принес шоколадный торт. Можно посчитать, что это подарок. Поэтому и за это спасибо. Но больше всего покажи нам, как и чего ты хочешь. Аминь. Аминь. Нет, никто не захочет слушать. Все хотят. Но я не знаю, что петь. Okay. Ладно. Я знаю лишь одну рождественскую песню. Сейчас не Рождество. Рождество. Стены падубом украсьте. В эти дни приходит счастье. Надевай свои наряды. Праздничные пой коляды. Я хочу, чтобы ты взяла ее. В этой книге очень много историй, о которых тебе нужно узнать. Спасибо. Это путеводитель в лучшую жизнь, который не обманет. Читай ее каждый день. И тогда мы снова увидимся. Как это понимать? Малышка, пришло и мое время встретиться с Иисусом, с коим я столкнулся очень давно. Я позову на помощь. Нет. Я хочу быть женой. Но я... Все хорошо. Все в порядке. Разумеется. Сучок. Что? Сучок на дереве. Что с ним? Вставь в него вилку.